Так, следующая партия. Мой Давай соперник c5. не в восторге от Обамы. Почему не c5? Как ты понял, что он не в восторге от Ну, он Обамы? только что написал по поводу Обамы. Что он написал? Я даже не знаю, как это лучше всего на русский перевести. Так скажи, что тебе не хватает словарного запаса. Не, понимаешь, если перевести это на русский дословно, то получается более грубо, чем подразумевается им на Давай, самом деле. давай, зрители хотят жесть. Ну, ты можешь просто ввести это в переводчик. Но на самом деле это популярное выражение в английском языке, оно не совсем означает то же самое, что означает аналогичное в русском языке. О, такая новость сейчас поступила. Только сейчас на мой телефон. Я выбил премиальные. Посмотри, я дал Ух, шах. Это, ух ты, по-моему. что это за маразм, а? Парень поплыл что-то. Парень что-то поплыл. Не. Достаточно. Ты записал партию, Кирилл? Да, конечно, я Она просто... закончилась вообще-то, если ты не заметил. Стоп, извини. Смотри, о, играет Антон Майдель сейчас на ческоме. Никита, извини, пожалуйста, я просто отвечал сообщение, а на сообщение. Так, расскажи, что было в партии. Ну, в партии А, произошел да, этот я понял. шах на Я e6, надо понял. было играть слон e3, Это... и позиция равна. Он типа пошел слон e2 и зевнул коня. Кстати, на ферзь e2 тоже, слон f3 и тоже без коня. Так, итого у нас 4,5 на полтора. Да, и Отлично, матч я американцы. закончился.